Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Сроки уплаты налогов опять хотят перенести. Предложение в ЗАГС собрание поступило от Дум Яранского района и города Вятские Поляны. Они предлагают перенести сроки с декабря на октябрь. Ранее с подобной законодательной инициативой выступили депутаты ЗАГС собрания Вологодской области. Кировские депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании 28 сентября. Документ уже получил положительное заключение правительства России. В октябре, напомню, налоги россияне платили в 2014 и 2015 годах. Программа «Экономика». Концерн «Калашников» не смог отстранить конкурсного управляющего «Молотом». Арбитражный суд Волговятского округа рассмотрел кассационную жалобу концерна. Там заявили, что управляющий не предоставил по запросу кредитора, которым и является концерн «Калашников», копии документов, в том числе об обоснованности расходов за коммунальные услуги, расходов на текущую хозяйственную деятельность, охрану и по другим платежам на сумму более 400 миллионов рублей. По мнению Виталия Шемигона, конкурсного управляющего, вся запрашиваемая информация была доступна заявителю, что и было доказано в двух предыдущих судебных инстанциях. Рассмотрев иск, суд решил не отстранять Шемигона от исполнения обязанностей. Это не единственная жалоба концерна на действия конкурсного управляющего «Молотом». Так, 25 августа Верховный суд России отказал концерну, требовавшему отменить решение судов об утверждении порядка продажи имущества завода. А 19 сентября второй арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению очередную жалобу концерна на действия Виталия Шемигона. Экономика на 101 FM. Индекс промпроизводства в регионе вырос в январе-августе 2017 года. По отношению к тому же периоду прошлого года он составил 102,7%. Рост выпуска продукции зафиксирован в таких видах деятельности, как обрабатывающее производство на 3%, обеспечение электрической энергией на 2,5%. Наряду с этим сократилась добыча полезных ископаемых на 14,5%. Об этом сообщает Кировстат. Показатель промпроизводства по итогам августа на 1% превышает цифру августа прошлого года. И о валютах. Доллар потерял 57 копеек и стоит сегодня 57,65. Курс евро 69 рублей 7 копеек. Он снизился на 19 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.